Всем привет, и сегодня я вам расскажу предпоследнюю историю с Андреем и ее семьей. После того, как Александр сбежал из лесу, то он попал в подвал дома старой бабки. Он пытается оттуда сбежать. Его замечает бабка. Он пытается сбежать, но ничего не получается. Он пытается сбежать, но ничего не получается. Если ничего не было. Его замечает бабка, ему не остается. Ему не остается выхода, как попасться бабке. Попался бабке, и бабка не получается. После того, Александр не смог убежать из старого подвала. Дошли игры. Эй, блин, его поймали. Нет, скорее всего нет, но я думал о том, что наш монстр это... Что там? И идёт дальше. Он открывает следующую дверь и запускает генератор. Александр подходит к рычагу и активирует его. Из первого дома Людочки, он очухивается во втором доме Людочки. Он находит хоть какой-то предмет в своей комнате, но там не находит все предметы. Люк. Он открывает следующий ящик, но там ничего не оказывается. Он нахуй.
Он нахуй рычаг. Александр нахуй рычаг. Люки. Открывает следующий ящик. Александр открывает следующий ящик. Но там ничего не было. Он находит патрон. Открывает следующие ящики. Он открывает следующие ящики. Открывает душевую кабину. Александр открывает следующую комнату. Следующая комната закрыта. Александр активирует рычаг. И кидает, поднимается на прыгаж. И находит оружие. И находит проход. Александр нахуй включит туалета. Идет его активировать. Александр находит код в сейфе и идет его активировать. Активирует код. И выкидывает код. Надеюсь, мне удалось полностью всю версию Сандрины, точнее, все серии Сандрины, но это еще не конец истории. Всем пока. Подписывайтесь на мои соцсети. Всем пока. Нажимайте на колокольчик. Всем пока. Пишите комментарии. Жмите лайк. Всем пока.